Чем ты заболел? Ну, хуй его говорит. Почему в больницу не идешь? Какая больница? Нас даже не вывозят, понимаешь? Здесь туда какие-то каличи. Даже каличи не вывозят, у которых болезни там, ебаный вон. Это не вообще охуели, не бензин, это ни хуя вообще. Мама разговаривала тоже. Олегу жена сказала, что типа, мы сказали, говорят по новостям, типа война в феврале кончится. Сказала что? По новостям война в феврале кончится. По новостям говорят, что у вас там все заебись нахуй.